пойду в тренажерный зал, когда придумают беговые диваны. Доктор, я не чувствую, что мое мнение важно, почти не вижусь с подругами, потеряла интерес к жизни. Похоже, у вас муж. В принципе, я нормально отношусь к поездкам на работу. Но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, реально утомляет. Средний возраст – это когда еще веришь, что завтра будешь чувствовать себя лучше. Парни, нет никакой необходимости спрашивать девушку, есть ли у нее мужик. Поверь, как только она увидит тебя, она сама решит, одинока она или нет. И в обоих случаях даст тебе знать. Тебе грустно? Одиноко? Нечем заняться? Приходи ко мне, приготовь, постирай, помой посуду.